Избиркома опроверг слухи о том, что Тельман Фероян не выбыл из предвыборной гонки за депутатское кресло. На подобные предположения людей натолкнуло то, что имя Фераяна все еще значится в списках избиркома от партии «Единая Россия». Хотя не далее, как на прошлой неделе, губернатор официально заявил о снятии его кандидатуры. В избирательной комиссии нам сообщили, что заявление об исключении кандидата к ним направлено. И уже в среду комиссия рассмотрит его и вынесет решение.